тут случилось?
Я не знаю. Чего он от нас хотел? Мы же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. А? Ты мог умереть. Не оставляй меня одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты и раньше убивал людей. Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они и пища. Браугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Сын. Да. Хорошая идея. Пойдем сюда. А?
Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Смотри, раньше весь наш лес защищала полоса деревьев, но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Они нас не видят. Стреляй. Жди команды. Нападать будем? Нападать будем? Нет! Пока нет! Ничего себе! You
Я помог? Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Смотри. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Стреляй медленней. За скорость платишь меткостью. Понял. Эй, кажется, там сундук. Кажется, здесь можно пройти. Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Видишь? Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Go!
последний. Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри. Читай. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Кто-то ломает стену! Наверху! Кто-то ломает стену! Смотри, там наверху проход. Вон там. Смотри, проход. Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. А, что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Никогда не думал, что увижу. Почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Так вот, как сюда спускаться. Рэй, за мной! Уже иду! Что? Мерзость! Стой! А не могут они передвигаться стаями? Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит! Прости, подумалось. Наверху!
Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону, понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Сын, сюда. Этот язык я уже видел. Сын, сюда. Его звали Гроунир. Похоже, был жестокий бой. Там Один, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Thank you.
Смелее. Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопаснее там? Скитальцы? Нетронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать понемножечку. Сражаться я буду один. Мальчик! Закрой свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Все кончено. Пойдем. Соберись, надо искать выход. Вот. Найди, за что мне зацепиться. Ладно.
Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Тебя так отпинаю, стрелой помчусь. Давай! Чего разрывать? Вставай уже! Ну, пошла! Застряла-то! Шевелись! Пошла! Чего застряла-то? Шевелись! Пошла! Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. Ха! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи, а то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы.
Диггар Бикьет Тумбар Бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Ещё. А где вторая половина клейма? У моего тупорылого брата. Зато весь талант у меня. Гляньте. Я готов к работе. Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. У меня найдется место. Только не сломай мне там. Видал, как я бью? Приемлемо. Приемлемо, ишь ты. Знаешь, что приемлемо? Моя стойка. Ты в дерьмо насмотрел? Тоже так выучился? Не уверен. Эта дорога ведет к горе. Примерно в ту сторону, ага. Что, глянешь мои товары? Бум! Эй, Брок! Мы кое-что нашли. Правда? Очень интересно. Эй, Брок! Взгляни-ка. Что вы принесли Броку? Я вижу, вы наткнулись на путников. Точнее, один из них наткнулся на вас. Кто они? Что им нужно? Не знаю. Какой ты любопытный. Другое дело. Только время зря потратил. Я даже не заметил. Эй, Брок, мы кое-что нашли. Дай угадаю, мне это пригодится? Святой Хеймдаль, ты знаешь, что это? Сердце древнего. Сердце... А, ну да, это оно и есть. Живучий оказался. Да ладно, огромного каменного монстра нелегко убить. Ну надо же. Чего изволите? Тебя никто не заставляет. Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно.
Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Стой! Мы снова здесь. Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Сраная благодарность. Эй, сраная благодарность. А ну иди сюда. А хорошо. Кажется, здесь можно пройти. Сюда. Заманчиво.